Один из крупнейших в мире алмазов ушел с молотка в Нью-Йорке за 6,5 миллионов долларов. Драгоценный камень под названием «Алмаз мира» весит 709 карат. Его нашел христианский священник на востоке Сьерра-Леоне. Потом передал правительству. Алмаз продан по согласованию с президентом Сьерра-Леоне и пастором Момо за 6 миллионов 536 тысяч долларов США. Для «Алмаза мира» это уже второй аукцион. Первый состоялся в мае во Фритауне. Покупатель предложил за необработанный камень более 7 миллионов. Однако тогда власти страны решили не продавать драгоценность, посчитав эту цену недостаточно высокой. Находку передали израильской частной компании, которая и выставила камень на аукцион в Нью-Йорке. Изначально израильские специалисты также полагали, что за этот лот можно выручить намного больше. Теперь же они говорят, алмаз слишком сложен для обработки и, возможно, недостаточно прозрачен. Камень из Сьерра-Леоне купил известный британский ювелир Лоуренс Граф. Аукционисты считают эту сделку выгодной. Громкое имя мастера поможет продвигать идею бескорыстной помощи. Более половины вырученных средств пойдут на нужды сьерра-леонцев. Какова ценность жизни ребенка в Сьерра-Леоне? Какова ценность чистой воды? Вот в чем значение этой сделки и того, что покупатель Лоуренс Граф. И то, что он покупает камень, несмотря на его не очень хорошее качество, это хороший знак. Это прекрасно. За проведенный аукцион израильская компания денег брать не станет. А правительство Сьерра-Леоне вложит вырученные средства в обеспечение жителей страны чистой водой и электроэнергией, а также в развитие образования и здравоохранения.